вообще. Прелесть. Заметьте нас, пожалуйста. Нам нужно показать, что вы. Так обидно. Нас не замечают. Это обидно. 3 минут. Да, 5-6. Там бац, шутки, лоб. Там птица, какое редкое явление. Нет, это нормально, как я такая там. Вообще, попугай. Ребят, кто знает, что за птичка, тут, пожалуйста, напишите. Смотри, сейчас будет зашибись, какой переход. Magic. Не мой кино, и он играет на пианино. Почти, да. У нас и начальная школа, песенки поют. Твои, покажи, твои глаза. Ава, 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 срочно оцени мой макияж от 0 до 10. Спасибо. 10, хорошо. Рада, оцени мой макияж от 0 до 10. 12. Макияж от 0 до 10, девочки. 8. Спасибо. Побежали дальше. Девочки с 8 класса. Мы встретили Женьку. Как она давно не появлялась во влогах. Очень давно. Да, еще, наверное, когда последний раз снимали влог? С конкурса, но те конкурсы я не выкладывала, кстати, потому что я не просто, я не могу монтировать огромные видео. Блин, такие красивые у вас блестки. Спасибо. У меня сейчас просто ресницы слипнутся и отвалятся где-нибудь. И я такая буду ходить, такая... Вы красили или клеили? Красили. Красили. Нам еще за штучкой для ресниц. О, класс. Слушай, железный. Слушай, там сидели, наверное, 27 в шоке от моих ресниц. Да. Ну, они у тебя реально длинные. Вырез красивый. Ирина Николаевна. Как вам? Спасибо. Репортаж за кулисье. А? Как вам? Поделитесь впечатлениями. Все плохо. Мне болит голова. Когда ваш выход? Я не хочу. Наш выход через один или два номера. О, вон французка пошла. Я не хочу. Видеообзор. Видеообзор, да. На каждую лягушку. Я уже все забыла, что надо. А самосанка так. Ну, короче, я буду повторять. А какая-то фигня. Где мы прыгаем? Куколка. Я мне сейчас сказала, если я за руине, она мне восьмерку поставит. Не знаю, в четверти. Или в году. Там тоже. Нет. Мама, родной, и он не помой.
Вася, ты уже. Так. Вот. Выступили мы нормально, у меня теперь весь телефон блёстков. Ладно, ты пока снимай их, пожалуйста. Вот. Выступили нормально, нам дали конфеты, их уже всех разобрали. Мне жестко болит голова, я сейчас подохну, я уверена. С Алексеем. Если бы он был на базе. Если я успею, я сейчас с Ольгой Анатольевной хочу сфоткаться, или с кем-нибудь еще можно.